Всем привет! С вами Гризлик, вы на канале Гриз Гейм ТВ. И только что завершился чемпионат The International 2014 года. Победила команда Ньюби, и в честь этого вышли новые сундуки. И посмотрим, что же у них есть. Какой-то рарный набор. Ну, не знаю, это походу... Увидим, что... Что-то такое. Ладно. Рарный сет на кристалку. Угу. Окей. Магнус, херня какая-то. Вау. Ладно. Эмбер Спирит. Ну, такой. Ничего себе. Типа как с Mortal Kombat. Кто там? Кабал? О, точно. Dragon Knight. Весь такой железный, как всегда. Так. Клок. За ракетой. Shadow Shaman. Ну, старый Варлок, который был в прошлых сундуках. И Хук на Пуджа. Тоже он же был. Ну что же, открываем сундуки. И думаю, что у меня хотя бы хук упадет в честь дня рождения. Что же у нас здесь? Секундочку. Открываем. И набор мистический на Клока. Отлично. Дорогой набор. Но все равно у меня все наборы эти упадут по-любому. Не дайте второй что-то. Рарный Магнуса. Мистикал Шамана. Ну, еще 4 сундука. Набор рар. Ладно, потом посмотрим. Открою все и посмотрим. Так. Кристалл Карар. Шестой сундук. Эмбер Спирит. Ну и последний, седьмой сундук. И ну пожалуйста, упади хук. У меня же день рождения, давай. И хуй тебе сказали. Извините на слове. Итак, упали у нас все наборы. Мне интересно, что здесь. Открыть. Дра. Вау. Вау, 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 вау. Ладно, всякой херни много нападало. Такой меч. Аксусский топор. Клинок Рики. Джиггернаут меч. Второй клинок Рики. И кастет для Болтсикера. Ну, понятно. И как бонус для вас, я открою еще один Immortal сундук. У меня осталось тут 5 шмоток плюс рандом. Давайте посмотрим. Хвост! На пока. Итак, спасибо всем, кто смотрит до сих пор мои видео. Подписывайтесь на канал дальше, смотрите мои видео. Сейчас открыл новую рубрику про старые видео. Подпись на канал, большой палец вверх. Всем пока, люблю вас.